меня зовут Роман, я из города Героя Мурманск. Вчера только приехал со сплава, сплав по реке Варзуга был, такой недельный сплав. Даже не успел видео смонтировать. Николай тут позвонил, погодка, говорит, шикарная, поехали за треской, рыба клюет. Вот. Так что погодку сами видите, штиль. Николай, виновник. Здравствуйте. Торжество. Точнее, не торжество, а виновник. Так, подбил. Поехали. Ну, все, стартуем. Пойдем с Суры в сторону Кельдина попробуем. И там отловиться. Кстати, будет конкурс будет в этом видео. Кто уже забыл, что это такое, возобновляем этот процесс. Слепанулись мы. Собрались, ветерок такой южный поднимается. Позвонили сейчас ребятам, ребята у нас находятся на сеть наволоки, вроде как говорят поклевывает. Вот. Пойдем потихоньку, сейчас круглосуточный выход. Кто-то едет туда, кто обратно. Вилли видели по дороге, позвонили ему. Говорит, с папкой ездил в сторону, на шишках были. По отливу, говорит, надолбили рыбы. Свою норму Вилли взял, как обычно. А мы за своей поехали, хотя бы. За своей, да, Николай? Так точно. Так что все, стартуем, одеваемся, собираемся. Пришли мы на место, закидываемся. Николай уже закинулся. У меня еще спускается. Короче, до сеть наволока пока не дошли. Вот там Карелки, Карельские острова там. Вот. Пока шли от Уры до, грубо говоря, до выхода в море, шли 1:20. Это очень много, потому что волна то с барашками была, то тихая, то еще как-то. То есть вот такая вот беда. А сюда пришли, то есть вышли вообще, даже наката нету. Не знаю, что там, блин, что за фигня вообще, как в трубу попали в какую-то. Причем несколько раз у нас такая беда была. Да, там то тихо, то с барашками еле-еле шли. Ладно, будем. Ну что, ловить. Пришли мы на вон сеть наволок. Отошли немножко на банку. Ерченков? Нет, у него светлее, мне кажется. Да. Вот. 226 метров. Ну и смотрим, вон люди бакланчиков кормят. Значит, рыба поклевывает. Ну и у меня 77 метров осталось. Что-то тяну такое, непонятно что. Вообще, что-то есть там. Что-то. Что-то есть, по-моему, нет. Так, ну что, остается 7, 6, 5, 4 метра. Она появится. Стоять! Угадайте, что принесла вот эта рыбка мне? Правильно. Целых 1000 рублей. У нас с Николаем, как обычно, спор. Че, Коль? Кабель менять. Надо. Небольшая, но. Я там тих, что ли? Крокозяблик! Я на аккумулятор не льем. Так, не ругаемся. Кадры не портим. А то домой пойдешь, блин. Пешком, что ли? Да, он с Денчиком. А? Да, да. Да, да, да. Друг друга тянем, блин. Ну еще учесть, что я немножко потерялся. Да принудительно-то сделаем. Нет, это питание.
Хотели или хочешь? Я свою вижу. Ну что там, Николай? Да я фиг его знаю, там здание не видно. Да. Питание поймать. Такая зачетная. Балтус здесь, как обычно, то любимый. Балтус купаться будет. И Николай обрыбился. Так, ну что, пошла у нас рыбалочка. Причем на перчики смотрю, вообще не хочет. То есть... Да, возьми мой кабель. Этот, как его. В желтой сумке со 101 катушки. Николай шкериться начал. А эти попрошайки сразу прилетели. Так. У меня там что-то пузыри пускает. Клюет только на пунду. Сейчас я, наверное, поводок сниму. Потому что на эту вообще не хочет. А ты, Николай, рыбку прихватил. Давай. Так, я снимаюсь. Пока идет, пускай так, нет? Да. Ну, интересно, на перчик этот. На волшебный кальмарчик. Думаешь, на него? А не на пунду? Я вот одну пунду повесил, что-то вообще поклевок нет. Надо перчики одевать. Попрошайки летают здесь. Рыбка на подходе. 15 метров. Сейчас достаем. Николай достал рыбку. Я достаю 8 метров. Вон. Ну, поклевки так, как у сега, да? Так пу-пу, и все. И молчит. Вон. Давай сюда подводи. Возьмет Николай. За глазки родимую. Давайте. За глазки не дается. У меня уже подошла. Эх! Там слоняра-то такой тоже. Слоняр? Ну такой, зачетный. Побольше, давай хвастаться. Давай мериться, как в садике. Давай. Конечно, побольше. Иди ко мне, моя. Ой, хорошая. И рыбка такая, да? Зачетная. Верно, рыбка. И мелочь там какая-то. По карманам тырится, которая. Че там у тебя, Николай? 20 метров. А я только... Я только... Надо встать. Я только отпустил. Сядьте. Поднимаем, чтобы сейчас делать зарядом вот для лодочки. 5. И вдруг она появится. Нормаль. Время почти 8 вечера. Ой. Я уже глазки выпустили. Смотри на глазки. Себе на налево. Выскочил. Так, выпустил. А у нее, походу, дело сорвалось. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Николай, давай ее. А-а-а. Давай, блин, лови ее. Лови. Там багор вон есть. Где он, блин? Вот ты под желтой сумкой. Ты его за это самое. Это.
так. О, веслом! Чего у тебя там, Коль? 130. У меня 10. Уже здесь на подходе. Бочину Николай зацепил. За пузико, и пузико все разодрал. Говорит, кит идет, кит идет. Все, давай, все, все, слава, все, родная. А мы думали, там компенсация за ту рыбку, которая ушла здесь у нас. У Коли оторвалась прям под носом. Пока баз... Николай там что-то такое жесткое зацепил. Надо будет... Ну если шпулю разматывать в обратную сторону. Я фрикционно, я работаю. Нет, иди сюда. Так, давай-ка мы тебя отпустим чуть-чуть. Не так сильно, не так сильно. Давай сюда. Рыба маленький. Котёль. Спасибо, Николай. Мотя. Николай, Николай, Багор рядышком, держись. Хорош. Хорошие. Ну-ка, Николай, бери. Коля, ты, наверное, первый достанешь, потому что у меня десятка. Нет, там небольшая. Небольшая? Но он меня как-то загибал, а тут тоже там... Пять. Тут... А вон твоя тоже. Одновременно! И одновременно за гриву! Смотри, поплыла, поплыла, поплыла! Хвостом такая рыба! Блин, вообще за край! Вам нужна помощь твоя! Подожди, 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 подожди! Придерживай! Сюда. Ах, Николай. Без 25,9. И рыбка клюет. Давай, иди сюда. Иди, моя сладенькая. Господи. Широко. Дома, блин, катак оборвал. Да? Да? Это не я. Дергает, нет? С какой стороны тебе зашло это все? Так, запускаем заново. Чайки летают. Колян, мы с тобой по ходу дела это самое. Да. В одной связке. Небольшая. Эба! О, кит. Ай, думаю, что меня не клюет? Опять ему размер, ё-моё. Слушай, стабильность. От 3 до 5. Крупнее-то что? Не будешь ловить? Нет. Ой, Николай тащит. У меня на подходе.
Это за последние 2 часа у нас ни одной поклевки не было с 9 вечера. И вот сейчас 11:30 ночи. Нет, трясочка мелкая. А она... Да? Я, наверное, сейчас этот поставлю. Перцы пока достал. Вот, трясочка мелкая пошла. Так, Николай. Где-то они там сверху должны валяться. Что Николай там тащит? Тоже мелочь, да? Мелочевочка, да. За кальмарчика. Крупной рыбы нету, но хоть мелочевки наловить. Она хоть клюет. А то мы, я говорю, 2.5 часа не видели ни одной поклевки. Уже бегали-бегали, всю банку избегали. Сейчас хоть что-то интересное пошло. Ну что, дорогие зрители моего канала, подписчики. Короче, время 12 часов ночи. С 9 рыба не клюет. Тут приехали, решили остановиться, поймали 2 трещин. 2 трещинки поймали. И все, и больше не клюет. Вот. Поехали мы домой. Сейчас делать нечего, мы около Шалима стоим. Решили закинуться, вытащили 2 рыбки. Остров Шалим. Корюшки подгоню. Но это бурманчане только, я так понимаю. Бурманчане так, ближний, это, так сказать. Ближе к Мурманску. Так что, в принципе, все. Заканчиваем видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и, соответственно, всех люблю. На свете я.